Привет всем. Сейчас всем чуть-чуть объясню, как на Volkswagen Crafter Mercedes Sprinter заменить рулевой шлейф. Вот его номер. Сейчас. Вот. Запчасть мерседесовская. Вот. Volkswagen Crafter 2010 года, 2,5 литра дизель. Была ошибка такая. У него горела машинка драйв, такая машинка драйв. Вот это когда рубите руль. И по диагностике показывала градус нереальный. Ну, то бишь минус, ты вы его крутите, вот как сейчас. Эти у меня это. Вот так вот неисправность обычно выявляется с таким маленьким драйвом на руле, когда вы начинаете крутить руль. Вот. Естественно, обязательно, когда вы меняете шлейф, ну, на вот такой бэушный, если вам прислали его без выставления на ноль, даже не думайте ставить и потом ехать на диагносту. Сразу надо ехать к диагносту или установщику с диагностикой. К механику, которому будет выставлять сразу диагностику, потому что он, если придет вот так вот перевернутый, вы, естественно, поставите его неправильно. Ну, допустим, где-то вот так вот он. Вы его поставите, вы крутнете, сразу шлейф порвете. И обязательно, когда вы его ставите по диагностике, видите, он показывает угол. Вот мы его крутим. Вот крутим. И должно быть по нулям. По нулям это обычно. Но в любом случае обязательно диагностика по нулям. Это когда болты совпадают. Но болты могут совпать, даже если вы крутанете несколько оборотов. Обязательно нужна диагностика. Так вот происходит замена. Вам надо будет снять подушку. Подушка находится на болтах сзади руля, вот. Снимаете подушку, снимаете вот эти клеммы, ну, зажигание выключено, естественно, и откручиваете вот такой болт. Вот он стоит тут. И все, и дальше легко и просто. Просто тянете на себя. Если у вас есть регулятор скорости, просто с ним тянете. Если у вас нет, просто вытаскиваете. У меня, естественно, он выходит вместе с этим. Потому что он сзади прикреплен к шлейфу. Вот и все.